Подозрительный пакет нашли на дамбе озера в Гидигиче. Служба охраны объекта тут же позвонила в 112. На место происшествия выехала группа саперов и сотрудники инспектората полиции сектора Буйкана. Они оцепили зону и приступили к проверке содержимого пакета. Выяснилось, что он не представляет угрозы. Более того, операцию спланировала служба информации и безопасности. Так она проверила скорость реагирования охраны территории озера, а также спецподразделений полиции.